Сейчас у меня, подожди, сейчас у меня глаза вылезут. Лягушка тебя уже... Глаза из-за стенки, да? Тумп-тумп. Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня с Кнобзи мы будем соревноваться, у кого длиннее шея. Да, будем жирафами в Roblox. Что из этого получилось? Смотрите дальше. I'm joining to you. Hello, RedCat. Hello, здорово, guys. Здорово, здорово. У нас теперь сегодня каждую секунду растет шея. У меня уже 21 сантиметра шея. И тут нужно, короче, за... каждую вот эту вот шею большую проходить какие-то испытания, что-то там прыгать, короче, редко это разберёмся. Мы не понимаем, что делать. Да. Перед началом видео ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Easy hole in the wall. Чё? Давай пойдём. Ну чё, Ред? Куда идём? Куда идти? Я не знаю. А ты куда? Ты где? О, я умер. В смысле? Прямо. Так. Ой. А как это пройти? Не знаю. Короче... Подожди, а что такое, в смысле? А как? А в смысле? Может, тут надо было пройти, пока у тебя шея не выросла? Ой. Ой, ну вот сейчас я проехал. О, смотри, смотри, смотри. Опа. А может, тут нужно шею убрать? Я убрал, вот, да. Вот, давай шею уберем. Так я уже прошел. Не-не-не, вставай, вставай. Яй-яй. Вот, точно, тут шею нужно убирать. Угу. 12 стац. Опа, я прошел. А дальше? А чё я умер? Вот то же самое. А, я понял. 12. Всё, я понял. 12 должна быть, да, шея? Выше, да. 12, короче. Выше 12 шея. Е-е-е. Так, види... выше 28. У меня 25. Нет, я не могу туда... А, ниже. Я подожди, сдох. Ниже 28. А то... Так, тут опять вниз, ё-моё. Какая-то игра непонятная, Ред. Да всё красно, я уже понял. Мне нравится. Snap jump. 32 плюс тут. Что? Что это значит? Опа. Snap jump. Я опять сдох! О, тут какой-то snap есть. Что это значит? Почему я опять сдох? Даже вы понимаете, я не знаю. Это что за бред вообще? Что происходит? Нет. Это я сейчас умру. Происходит. Я тоже сейчас умру. Давай! Я опять помер, да в смысле? Бэмси. А что надо делать? Я умер. Я не понимаю. Где? На 12-м. Что там нужно сделать? В каком 12-м? Ну... Чтобы было больше 12 или да, что? Да, просто пройди с 12. А тут больше 28, да? А тут не больше 28, наоборот. Я прошел больше 28. Больше 8? Snap jump 32. Ну, подожди, у меня нет еще 32. Быстрее расти, расти, шея! Шея, расти! Шея! Шея! Шея, нет! Но тут... Подожди. Тут надо еще... Видишь, у тебя R, короче, snap jump какой-то. Его нужно нажать. Ой, я прыгнул. У меня разетнулось все. А нормально, что ты перепрыгнул, а я нет. Ну, я не перепрыгнул, я умер. Я на красный перепрыгнул. А я сдох. Короче, надо потренироваться с этим прыжком. Что-то немного у нас не получается, да, Ред? Что-то да, как-то. Короче, надо вплотную, я так понял, подойти и потом прыгнуть. Погнали. Жесткая игра. Погнали. Так. Опа, больше 28. Погнали, погнали. Ниже, ниже, ниже. Ноль. Все, я понял механику игры. А теперь вот тут вот как-то вот надо в сам... Получилось? Понял. Нет. В смысле? Как? Ну, R нажать, господи, надо. Воу! Я нажал. О, я перепрыгнул. Круто. Отлично. Читер! Так, теперь надо 45. 49, блин, нормально? Дорогой донат, слышишь, Ред? Еее. Так, 52 надо. Последняя 52. Опа. Ред, это такой гигант. Где ты? Вон. Я не вижу, не хочу на тебя смотреть. Ну, потому что мне сейчас... О, важный был момент. Я, по-моему, сдохну сейчас. А, не. Опа. Не сдох. Е-е-е. Опа. Е-е-е. Я прошел, ребята. Я получил да ачивку. On the bug games. Easy hotel in the wall. 52, 52. Опа. Я прошел, по-моему, слышишь? В самом конце уже? Да, один вин. Ура, я победил. Иди теперь? Сюда на лобби, смотри, какой я высокий, Ред. А где ты? А, нет, у меня резетнулось. Вот. У меня, короче, 200 шеи было. А, да, у меня тоже резетнулось. Нечестно. У нас теперь такая шея максимум. Ну чё, Ред? Крутая игра, очень. Так подожди, а что это нам дало? Я не понял.
Ничего не дало, мы просто проиграли. Просто. Мне кажется, лучше бы вот здесь вот попрыгали, да? Ладно, пошли дальше посмотрим. Давай сюда. Давай, а что там прыгать надо? Опа. Не знаю, вот так как-то. Ну, две. Блин. Wall jump, difficult, two wins. Use давайте я 25 куплю, потому что это долго будет, я думаю. Снап, да нормально, что ты прыгаешь. Опа. Я прыгаю, подожди, опа. Так. Опа. Ну нормально, опа, с снапсами этими прыгаешь себе, да. А тут опа. Я уже чувствую, не допрыгну, да? Чуть-чуть. Ой, мне надо еще дорасти, чтобы допрыгнуть. Нифига я прыгаю. Слышишь, я почти на каждый допрыгиваю. Mm-hmm. Вот только здесь не могу уже. А что делать? Ждать? Да ты что, робоксы тратить еще? Не буду. Я 18 робоксов вообще, я не хочу ждать. Где 18? На что 18? На 25. 25 шеи. А чё? Ой, я упал. Обидно, досадно. Лол. Подожди, а чё? А назад он... Я не понимаю. А, я не на ту кнопку нажимаю. Оп, оп, оп. Да, понятно. И, чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть не хватает. Уть. Чуть-чуть не хватает. Ну ничего, сейчас будет хватать, я думаю. Уть. Ма, ну ма. Уить. А что тут оп. Сложного, только не понимаю. Оп. Еее. Оп. Почти допрыгнул, чуть-чуть не хватает. Ты там где? Я внизу еще, я же без доната. А. У меня растет шея медленно. Наверное, зато. Ту-ту-ту-ту. Блин. Господи, как запрыгнуть? Чуть-чуть не хватает. Тут какой-то октолопус. Ми. Тут наш фанат на сервере, да ты кнопки орёт. Радкэт! Как залезть? Давай еще чуть-чуть, ну, давай, подрасти немножко, подросточек. Так, я не буду больше донатить, все, я жду, пока мне шея вырастет. О, здорово! Здоров, я тебя почти вижу. Сейчас у меня, подожди. Сейчас у меня глаза вылезут. Лягушка тебя уже... Глаза из-за стенки, да? Тумп, тумп, тумп. Тумп, тумп. Тамбары, тамбары, тамбары. Бу. Бум. Блин, не получается. Юху! Здоров, я здесь. Блин. Подожди. 2x, нек. 298 робоксов. Не, не буду. Не, я не буду. Не хочу тратить. Я буду расти. Я растишку выпил. Расти. Растишку принести? Да. Растишку, да. Опа. Что, ты задонатил таки, да? 18 купил? Да. О, я до конца дошел. Почти. Почти, Ред. Чуть-чуть не хватает. Тут возможно упасть. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Может быть, насколько он, я тебя выше? Он пишет, что ты уже на 200 stats away. Ну да. Ну у меня тут 100. Еее, я залетел на следующую. Йиху. Где? А вон я вижу. Чуть-чуть не хватает, Ред. Чуть-чуть не хватает до верха. Капец, это жирафы, реально. Тут такие жирафы, Ред, ты же не представляешь. А что мы потом будем с такой шеей делать, интересно? А самый, я не знаю, листья доставать, деревья ломать. А самая большая шея у нас это 908 на сервере. Прикол? 908, неплохо. Ну у меня сейчас шея 8, ты там дошел до верха? Не, я еще расту. Долго еще? Ты ж растишка мне не дал. Ну купи. Не хочу. А что, я должен тебе растишку халявную давать? Да. Где это написано? Тут есть 2x neck grow за 300 робоксов. Ты не купил еще? Нет, конечно. У меня 10 робоксов осталось. Я бомжую. Вчера почти 10 тысяч робоксов слил, больше нет робоксов. А что ты купил на 10 тысяч? Яйца. И что, выбил Хьюга? Нет. Зачем покупал? Так я открыл, я не знаю, я уже 1100 робоксов открыл вообще по 7 яйцам. У меня один хук всего выпал с донатерского яйца на все время. И что, ты там долетел? Нет, я расту. А где ты, на красном или на каком? На последнем, что ли? Да. Давай, долетай быстрее. Мне еще... У меня сейчас 100 метров, а надо где-то... Короче, где-то 25 где-то и надо. Господи, покупай! Нет, это дорого. Почему? Дорого. Дорого. Я же купил один раз, хватит, слышишь? 18. Смотри, тут написано, каждую секунду ты растешь на 1 метр почти.
Я за тобой наблюдаю снизу. Редкет. Так, 116 у тебя. О, я его опережаю. Как так? Почему я быстрее? Ты запрыгнул? Нет еще. Почти. Давай, я тебе верю. У меня уже глаза вылезли почти. Сейчас, на лоб? Сейчас еще вылезет подбородок. А зачем глаза? Рэшку нажми и прыгнешь. Я буду прыгать. Ты на рэп нажми, допрыгнешь. Я уже допрыгнул, все. Забираю вторую победу. Ура. Yeah. Так что нам все обнулили, походу, да? Да, опять обнулили. Ну, я думаю, Редкайт мы продолжим в следующей части. Не, я пойду дальше. Я хочу дальше. Ну, Редкайт пошел дальше, ребята. А я думаю, достаточно уже тривинца на фарме. Нет, там есть какая-то еще одна локация, на которую надо прям выиграть. Ну, короче, друзья, в эту локацию поиграю уже в следующем видео. Короче, ребята, Кнобзи убежал из игры. Ну, а я, как самый крутой жираф на сервере, теперь остался. И нарастил шею в 98. Аккуратненько. Стадии для того, чтобы попасть сюда. Видите, у меня голова не утонула в воде. Этого хватило действительно, чтобы добраться на этот бережочек. И теперь я уже здесь могу дальше проходить суперсложный квест. Кстати, ребята, этот квест я оставлю вам на самостоятельное, так сказать, прохождение, чтобы все просто не рассказывать про эту игру. Если вам будет интересно, вы зайдете и сами посмотрите, что же там за квест и сможете ли вы вообще его пройти на такой высокой сложности. Ну, а я сейчас тогда пройду вот этот вот несложный квестик на 2 звездочки и действительно будем на этом заканчивать видосик, наверное. Так, ну что, тут все просто. 0 статс, тут надо на 17, точнее, плюс. Ну, только тут можно и даже было не расти, но тем не менее. Тут 45, тоже, что было здесь было. Но опять же таки, она не убивает, мне кажется, если меньше. Так, ну а здесь, ребят, нужно немножко подождать, потому что я не могу перепрыгнуть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Мне нужно еще дорасти. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Все, ребят, я выпил растишку, теперь я высокий-высокий, но все равно мне нужно еще... А хотя нет, я уже, думаю, перепрыгнул. Там было написано, по-моему, 130 метров, я уже больше. Или почти такой же. Вот уже 132. В общем, я великан, могу прыгать, но на всякий случай... Все, готово. Я все-таки решил подождать. Так, тут аккуратненько, аккуратненько прошли, замечательно. Растем, 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 растем на 105, на 105. Давай, 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 и ты сможешь. 105 это вообще на изи, только надо быстро успеть вырасти. Все. Готово, 108, просто максимально. Подходит и тадаищ. Еее, ребят, мы это тоже прошли. Ну, окей, сейчас, ребята, я прихожу опять к этому желтому челику, уже с длиннющей просто шеей, и буду у него забирать второй бейдж. Или точнее, третий, по-моему, уже бейдж в этой игре. Ну, что я хочу сказать, игра довольно-таки примитивная, но довольно-таки веселая. В том плане, что интересная мысль, если бы как-то это немножко по-другому реализовать, то было бы, наверное, еще круче. Ну что ж, ребята, я дотрагиваюсь до него и забираю свою награду. На этом у меня все, ребята. Спасибо, что смотрели, подписывайтесь на канал и до новой встречи. Всем пока!